Решил нарисовать портрет Мияги на стеклянной пластинке с треком. Сразу скажу, что на стекле нужно было рисовать очень аккуратно. Если сильно на него нажать, то могут появиться царапины, а это нам не надо. Скажу вам больше, такого никто не делал в мире. Работу я выполнял очень аккуратно, так как был воодушевлен этой идеей и не хотел ничего испортить. Я очень люблю слушать треки Мияги, они мне очень нравятся, и решил сделать что-то необычное. А вот и сам результат. Надеюсь, вам понравится такой креатив. Ну что, получилось круто?